В Шымкенте грузовик вылетел с трассы и приземлился на легковые автомобили. Обстоятельства ДТП сейчас расследует полиция. Там пояснили, что водитель большегруза потерял управление и упал с парапета прямо на парковку возле мойки. Три машины превратились в груду металлолома. Человеческих жертв удалось избежать, а пострадавших полиции не сообщают. В отношении водителя грузовика составили административный протокол.